Ну вот, заждались главного матча чемпионата мира. Это матч между сборными Испании, Германии. Ну, наконец-то, сейчас мы вечером увидим этот матч. И как Испания будет трахать Германию, да, потому что испанцы красавчики, слушай, красавчики. А немцы дно какое-то, ёб твою мать, дно. Испания убьет нахуй убьет эту Германию, это, блядь, точь, железка, железобетон, мамой клянусь, мамой. Вот. Вот так говорят в интернетах. Да, как у нас любят, говорят ФСБшки или чиновники. Там у них нахуй в интернетах. А у нас в Госдуме все по регламенту. Все по регламенту. Вот, ладно. Пусть Госдума занимается своими делами, мы своими займемся. Вот. Короче, мнение общественное такое, что Испания ёбнет Германию без шансов. А мое мнение, личное мнение, что будет совсем наоборот. Хуй вы угадали, блядь, ребят. И Бук опять догреет лапки и скажет, ой, блядь, конечно, ну да, блядь, сенсация. Ой, нам очень жалко вас, блядь, да. Сенсация, ну, делаешь, вот. Бывают сенсации, ну, вы ничего страшного, давайте в свои бабки. Приходите завтра еще. Короче, я считаю, что немцы выиграют этот матч. Я немного объясню. У меня, кстати, 22 ставки будет. Не одна ставка, а две ставки на этот матч. Я считаю, что немцы играли неплохо с Японией. Хорошо очень играли. Моментов у немцев с японцами было дохуище, блядь. Вот, и просто они не забивали. Забивали просто в сумасшедших ситуациях там, блядь. И вратарь уже ничего не мог сделать. Хуяк, штанг попадает. Пиздец, как так? Нападение у немцев хорошее, прицел, движение у немцев хорошее, функциональное состояние немцев прекрасное. Но тренер у немцев Флик очень хороший, да. Да, с обороной пизда полная у немцев, ну, блядь, ну, с атакой полный порядок. Вообще, Германия, я считаю, наверное, единственная команда этого чемпионата, которая играет в футбол. Что такое футбол? Футбол это не беготня. Нахуй нам ваша беготня, мы легкую атлетику посмотрим лучше. Футбол это голы в первую очередь. И в том числе и свои ворота. И Германия играет в футбол, настоящий футбол. А вот. Что можно сказать про Испанию? Да, Испания трахнула 7-0 Коста-Рика. Да, Испания хорошая команда. Да, они играют хороший футбол. Но, ребята, это Коста-Рика, блядь. Это Коста-Рика. Это с такими обезьянами, с охуенными хвостами. Вот что я знаю о Коста-Рике. Кстати, в Коста-Рике очень большая русская диаспора, которые съебались отсюда от этого холода. Сказали, блядь, мы поехали нахуй. Поехали. Бля, я, кстати, тоже хочу ехать. В Коста-Рике вообще охуенно. Если кто-то хочет эмигрируйте или в Коста-Рику, или в этом, блядь, ёптам, в США находится. Доминикан. Ну, лучше в Коста-Рику. Ну вот, ладно. Вопрос эмиграции потом. Вот, так вот, Испания обыграла Коста-Рику 7-0, показала, блядь, ярчайший футбол, хорошую атаку. Да, это главный фаворит этого чемпионата мира, мамой клянусь. Вы видели это 7-0, вы видели? Это был 100% абсолютно чистокровный чемпионский футбол с Коста-Рикой. Коста-Рика, ну, наверное... Вот, слушайте, наверное, это чемпионате это самая слабая команда. Очень слабая команда. Вот, и сейчас играют немцы с испанцами, да? Два равных соперника. Чего вы решили, что испанцы чем-то лучше? Ну, не надо смотреть на Коста-Рику, ребят. Не надо смотреть на Коста-Рику. Все-таки Коста-Рика это Коста-Рика и все. Вот, сразу говорю свои прогнозы. Переходим к прогнозу. У меня их два, как я и говорил ранее. Два прогноза. Первый мой прогноз, на который я поставлю... 100 тысяч российских рублей. Охуели? Мы вчера, кстати, ставили. Я ставил. Не, вы не ставили нихуя. Я ставил 100 тысяч рублей на то, что Аргентина выиграет с форой минус 1. Вот. Аргентина выиграла 2-0. Ну, это были тяжелейшие роды, блядь. Тяжелейшие роды. Вот, но выиграли. Выиграли, и ставка зашла. И коэффициент был 1,9. И Бук мне присылал 90 тысяч. Причем, знаете, как он присылал мне... Я в Бетсити ставил, да?
Я послал сотку, а прислали мне 190. И обычно быстро высылаю, а так как-то, блядь, только в течение минут через 20 прислали. Ну, всю сумму прислали. Вот. Короче. На что я ставлю 100 штук? Стоит, что ставлю я штук. А мой первый прогноз, первая ставка, на которую ставлю 100 тысяч рублей, это Германия, индивидуальный тотал больше одного, коэффициент 1,65. Я считаю, что немцы забьют. Вот. А может и больше одного. Больше одного Германии. Ставку сделал BetCity, ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Переходите по ссылке, пополняйте баланс, забирайте фрибет и все выполняйте как думаете, как хотите, в общем-то. Вот, в общем-то, хорошая контора, выплачивает бабки, мне еще раз стоит 190 штук выплатили, без проблем. Выплатили, что? Ну, хорошо. Вот, хорошие коэффициенты, никаких проблем. Я, кстати, сегодня на Бельгию поставил 50 штук. Победа Бельгии с Марокко 1,92 коэффициент. Вот, короче, 100 штук я поставил в бакмерс контор BetCity на индивидуальный тотал Германии больше одного. Я считаю, что Германия забьет испанцам. У испанцев проблемы в обороне есть. Это с Коста-Рикой можно играть на ноль. Испания время от времени проигрывает. У немцев очень сильная атака. Вот сейчас немцы прижаты к канатам. Ёпта. Тут уже, блядь, нехуй делать, надо идти атаковать. А моментов с японцами у немцев было очень много. Несмотря на то, что японцы там, по сути, автобус выкатили. Вот, все равно у немцев было много моментов, и игра у них нормальная. Один гол в Германии, это нормально. Это нормальный гол. А потом уже мы играем на деньги Бука. А там может быть и 0-3, и 1-4. Ребята, не надо недооценивать немцев. Это, блядь, не какая-то там Аргентина, да? Я реально вам говорю, потому что немцы очень сильная команда. Особенно это касается в атаке. Они могут врубить, блядь, там пятую скорость. Они, блядь, раз, блядь, пройдутся, блядь, по этой Испании, блядь, катком. И все, нахуй. Если пройдутся. Потому что атака по-прежнему у немцев очень сильная. Вот. И не надо их недооценивать, блядь, и показывать. Ну вот, Испания, Коста-Рика. Хуйня это ваша Коста-Рика. Хуйня. Понятно вам? Ее сегодня Япония трахнет еще, блядь. Вот. Поэтому один индивидуальный тотал Германии больше одного вообще прекрасно. 1,65 коэффициент. Нормально. Вот. Переходим ко второй ставке. Ко второму моему прогнозу. Он будет пиздецовый. Пиздецовый. Сейчас у всех там, блядь, все на горшок побегут. Скажут, блядь, да ты такую хуйню несешь, блядь. Ты такое говоришь. Да ну оно вообще неправильно. Мы поставили наоборот. Наоборот поставили, чем ты. Короче, это ставка против Папанов. Это ставка на Бука. На Бука, да. И вот. На Бука, говорю, ставку, прогноз. Мой прогноз, второй прогноз на этот матч. Это победа Германии с нулевой форой. Коэффициент 2,22. Да. Ставку также сделал букмекерский контор BetCity. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, пополняйте баланс, получаете фрибет 10 штук. И трахайте Бука, как я трахаю, блядь. Все, у меня бабок, блядь, я не знаю, куда бабки девать. У меня все шкафы забиты, блядь. Ёпта, а что с ними делать, нахуй, ёпта. Я не знаю, что делать. Вот, в общем-то, можете последовать моему пути, а можете не последовать. Вот, короче, немцы с нулевой форой. Немцы с нулевой форой за коэффициент 2,22. Коэффициент ебанистический. Ебанистический. Естественно. Я жду сразу же ответы от всех. Общественность. Не будем их назвать хейтерами или те, кто со мной не согласен. Будем назвать общественность. Общественность скажет, ёб твою мать, какая нахуй Германия вас издаст? Только Испания. Ты Испанию видел? Ты видел Испанию? 7-0. Да это пизда. Пизда Германии. Да это 5-0 Испания выиграет. Ставлю все, нахуй, все, что у меня, все деньги, которые у меня есть в кошельке, ставлю 100 рублей. Да, блядь, да. Поставь 100 рублей, ну, Бук заберет их. Короче, я считаю, что немцы выиграют. Не верю я, потому что нулевая фора, она, в принципе, хороша тем, что, блядь, если даже ничья, то немцы, то тебе возвращают бабки. А если, ну, тут моя ставка может проиграть в единственном случае, если испанцы ебнут немцев.
А что это означает? Это означает, что немцы едут домой. Не со всеми в это верю, сейчас скажу. Не совсем это верю, что немцы едут сегодня домой. Потому что два поражения, все, ноль очков, все, пиздец, нахуй, вы никуда не выходите. Вот, и к тому же, сегодня же еще дневной матч Японии играет с Коста-Рикой. Бля, Япония выиграет Коста-Рике. Японии становится 6 очков. Вы и Германия их не догонит. Даже если, ну просто представьте, что если Германия сегодня выиграет у Испании, да? В последнем матче они выиграют Коста-Рике. Все равно Германия Японию не обгонит, если у них равное количество очков. А они, хотя и на пизде, там же не разница мячей, считай. Не очень встреча, а разница мячей. Хотя может еще, да, одна. Но вероятность этого очень маленькая. Вот. Поэтому принцип Германии, это отступать-то некуда. Ну Испания, ну и что дальше? А это Германия. Вот. Поэтому нулевая фора на немцев с таким коэффициентом бешеным. Почему бы и нет? В общем-то, парни, я сегодня на стороне Бука. Мы с Буком будем сидеть вместе и болеть за немцев. Говорит, давайте, давайте. А папаны будут плакать и рвать свои карточки. Да, блядь, ну как так? Вы уже 7-0 выиграли. Ну почему вы горите Германием? Германии 1-7. Блядь, ну почему так, блядь? Ёпта. Ну мы все денежки поставили. Мы завтра даже доширак не купим. Вот. Блядь, да, этот мир жесток, родные. Ладно, парни, две ставки я сделал. Одну крупную, другую мелкую. Более меньшую. И первая ставка Германии, вероятно, тут больше одного. Вторая ставка — это победа Германии с нулевой форой за коэффициент 2.22. Смотрим матч и надеюсь, Германия выиграет. Всем пока.